Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эзазепа, продолжаем карточку Ром 2 Total War. Вот, в предыдущей серии, что мы сделали? Мы отвоевали часть Галлии. Вот, теперь их не столько много, как было раньше, их осталось всего две территории. И вот в этой серии мы попытаемся их дожать. Ну и может какую новую войну начнем. Посмотрим, может конфедерация германцев. Кто это? А этого кто? А, это уже царский стиф у нас здесь уже под боком. Надо их как-то задобрить и может как-нибудь торговые отношения наладить. 768, торговые отношения. Давайте сейчас попробуем, может, это сделать. Союзов у нас никаких нету. Торговое соглашение не хотят. Давайте что-нибудь другое пока предложим. Так, право прохода. Не хотят. Военный союз? Не хотят. Что же вы хотите тогда, господа? Договор о ненападении, может, какой-нибудь. Ой, нападение низкий. Не хотят. Ну и катитесь колбаской, как говорится, да? Так, нанять еще кого-нибудь мы можем? Нанять пока мы никого не можем. Что у тебя по войскам? Ну так достойно. По-моему, у нас здесь еще пацаны стояли, да? Так и есть. Да, здесь уже можно спокойно ход завершать. Правда, я не знаю, как мы вот этих разгромим. Это ж рабы вроде как. Насколько мне помнится. Что самое смешное, этих галов там тоже поджали. Ребята. То есть они там тоже уменьшили свою территорию. Ну, конечно, регулярные походы-то прекратились. Там войска-то не идут уже. Идут тылы. Так, вот наши ребята уже подходят. Ну, которые с нашего континента. Договор не нападение. На Самоны. Подожди. На Самона. По-моему, вам принадлежит этот островок, да? Договор, мирный договор. Нет, давайте, ребята, мне нужна эта территория. Потом, может, как-нибудь мирный договор обсудим. Так, а при чем есть рабы? Почему ваши рабы нападают, когда мы тут хотим, я не знаю, как бы помочь? Ну, давайте посражаемся. И еще отступим. Как-нибудь попытаемся. Все равно тут наемная армия в основном, как бы особо ее и не жалко. Но этих пацанов должно быть побольше. Угу, тем более мы еще на походном шагу. Это очень плохо. Тогда получается, мы им окажем услугу. Уничтожив ихних рабов. Получается, что так. У нас даже лучников нет. Маленькие отрядики. Так, я бы хотел бы нажать на паузу. И объединить как-то в одни отряды. Ну что, еще нет, это не конница показалась мне. С этим мы не справимся явно. Первым отрядом. С этим можно еще попытаться. Ребята, будьте прикрывать. Не, нас здесь разберут как детей. Просто окружат и разберут.
Может, конница что-нибудь попытаться сделать. Можно. Так, а где наша конница? Конница наша здесь и позади немного, да? Давайте попробуем. Шаше генераля, конечно же, увел бы в сторону куда-нибудь. Давайте, давайте, давайте. На нашего военачальника напали. Да у них самих конница есть. Да, есть. Ох, второе дыхание, не знаю. Воодушевление. Ну, пацаны, давайте гоняйте ихних лучников. Играем на время. Все, изничтожили? Наши ряды дрогнули. Кто там уже дрогнул? Давайте добивать этих санных лучников уже. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ай, генерал, давай уходи. Бегом. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Не, это конец уже. Уже полный конец причем. Хотя помрем достойно. Наемники просто сбегают им-то. Че им терять? Наши бегут с поля боя. Какой позор! Может, генерал выживет? Не, просто сбежал. Ну, хорошо ихних лучников подтрепали. Так ж потери у нас побольше немного. Так там зажала такая вот толпень. Конница свою роль выполнила. Да, конечно, пару раз там встретилась с этими... С гоплитами или как там их? С чуваками с копьями. У них убито в два раза больше, чем у нас. А, в смысле, подожди, да. Это наших убито. Блин, нехорошо получилось немного. Ладно, не суть важно. Чувак вообще этот смертник, он... Я не знаю, как он выживал тут. Ну, хотя притрит. Погнались еще за нами. Че, еще по газику, да? А давайте. У нас там сколько? 233 войска, а у них там 800. Что тут можно говорить? Можно, конечно, чисто конницей попробовать, но разберут нас сейчас опять. Или стать как-нибудь поплотнее. Heroic Nobles! Ну, без боя мы не сдадимся, да? В любом случае. Levy Freeman! Levy! Group been waiting! Ой, что вам порекомендовать бы? Stay where I put you! Да, как-нибудь вот так. Давайте начинать.
Хотя, может, генерал где-то и спрятать? Давайте разведаем. Че, сколько ваших там лучников? Может, на шарше генераля кинуться? На бышу порубают нашу конницу. Ну и лучники первые идут. Че им терять-то? Может, реально как-то вот так вот отвести, а нашими основными войсками ударить во фланги. У них тут они неплохо так-то укреплены. Они вообще неправильно идут, пацаны эти. Ну все, это конец, короче. Короче, жесть какая-то. У них еще каким-то макаром потери 18. Не, ребят, все, вам. Вы уже отъехали. А что я тут? Ну, генерала потеряю. Ну, ладно, восстановлю потом. Этих пацанов, наемников, в принципе, не жалко. Их так бы потом распустил бы. То есть рабы сделали работу того государства, над которым они там, не знаю, сражаются, можно сказать так. Или рабы тут против всех абсолютно. Тупо просто вырезают. Им наплевать. Вон там какие-то еще появились у них. Ой, да клала я вообще на эту территорию. Там что-то занял, да, уже? Ну, вроде как, не наша территория. Разрешить усыновление. Если какое-нибудь назначение, может, сделаем. Прорицатель. Давайте назначение. Вот вы кто? Атинские мятежники. Господи. Как же тяжело у вас тут все, а? Ready for orders. Ready for battle. Ну чё, отвоюем город? Да, просто подвести войска хотел. Да, это даже не обязательно было. Все, давайте отвоевываем. Сегодня, ну и опять наши. Напакостить там не успели еще. Да, опять вопрос с пищей становится. Давай потопи, я не знаю, попробуй. Сюда двинуть было бы по хорошему счету хорошо. Не, давай в городе сиди. Ctrl-M. Ctrl-M. Тут не получится уже. Ладно, нанять отряды. Все покруче так. Ага.
Тебе можешь распустить наемников, хотя... Господи, не критично, да? Что у нас с этой армией? С этим дружим пацанами. Тут вроде восстанием даже и не пахнет. Честный порядок там должен наладиться. С пищей. С пищей бы нам решить что-нибудь. Что-то здесь у нас не так, да? Или что? Это чисто рост заход. Не, пища она как бы нужна. Где этот город? Ой, да давайте качнем. Потому что, ну, был голодный период, это было не очень приятно. Ну и теперь взглянем на нашу карту. Что здесь происходит у нас. Галлы осталось всего... Всего две территории. На это мы хорошо их так разбили тут. Это Рим с нами решил подружиться? Сиракузы. Где эти ваши сиракузы? Ну, сиракузы... Ну, вроде мы с ними нейтральны. Так а чё Рим с нами решил подружиться? Потому что мы начали войну с этими, да? Пацанами. Чё, Рим, мы еще и до вас дойдем. Я хотел с войсками нашими решить вопросы. Но эти здесь сидят. Это хорошо. Тут. Сколько вас? Ну сидите тоже, отжирайтесь тогда. Тут. Опять же пища. Общественного порядка здесь как бы не пахнет. Ладно, давайте. Может, завершать ход? Это мы так добротно территорию отхапали себе. Осталось отвоевать лишь Массалию. Чё-то там пацаны мутят. Какая-то лодочка маленькая плывет, наверное, со шпионом, может, каким. Мирный договор. Ой, ну давайте уже. Достали. Все равно мне сейчас пока ваша территория не нужна. Вот тогда она была нужна, а сейчас нет. Отказался от защиты покровителей и потерял статус протектората. Тут? А чё тут? Тут еще один ход и будет нормально общественный порядок. Опять же, пища минус 4. Что производство будет? Так, давайте взглянем на исследование, что мы там делаем. Я вообще хотел бы что-нибудь вот реально полезное там для общинное хозяйство. Удобрение. Вот это надо было качать еще. Ну, раз уж мы это выкачали, то... Хотя, слышь, можно отменить же, по сути дела. И вкачать быстренько. Ладно, давайте. Сделаем еду пока производство. Ну, это побыстрее и нужнее, как бы, нам.
бы кто. Дожимайте пацанов наших, которые дожимать должны мы. Семнадцать семь. Честный порядок пока в норме. Ну что, с следующего ухода доберемся уже, я думаю. Китовые хребты. Ну, пацанов здесь, я смотрю, не все, слава богу, да? Блин, тебя зря сюда послал, тебе надо было сюда. Ладно, ладно. Пойдешь сюда. А здесь мы тогда соберем войска. Другие вожди. А чё это он наполовину? Колесница. Я, конечно, это не назвал бы Good Fighters, но сойдет. Ой, блин, надо же было восстановить наследие. Чёрт. Туманы Рока. Ай, плохо, плохо. Ладно, уже ничего не изменить. Пускай будет какой-то новый отряд. А все равно пригодится. И пищу, давайте пищу. Честный порядок. Так, пища. Пища 9. Пища минус один, но общественный порядок плюс два. Блин, тогда будет минус два все равно. Пища минус один плюс один. Это не очень хорошо получилось. Что мы здесь можем построить тогда? Стой. Не, ладно, хрен с ним, пускай будет. Разберемся по ходу дела. Здесь вроде все в порядке. Но здесь ничего такого построить особо не получится. Общественный порядок чисто поднять. Вот здесь... Во-во-во-во, то, что я и хотел. Пища 7. Тогда можно здесь. Эти рыбы не строить уже тогда. Чтоб помоек не было, да? Ну и все. Проблему решили. Сейчас будет 17. Взглянем на карту. О, моя хорошая. Ага. Рим расширяется опять куда-то. Ну чё, дожмем галов тогда уже с следующего хода. Даже отдельный сейф создам. Так, назову его. Какой? 12-й уже. 12-й сейф. Конец хода. Ну это, в принципе, ожидаемо было. Висантио. Там, да? Надо было, кстати, войск поднанять. Ну чё, отступим. Все равно они войска убирают, да? А вот этих можно и так добить. Все. Понападали, да? Подальщики.
У нас потери в два раза меньше, чем у них. И назад отошли. Вот просто даже не знают. Вот здесь основные войска вот сюда кидались бы уже. Может, что-нибудь у вас и получилось бы. Потому что я уже не подвел бы, если бы так все было. Ну. Ихние проблемы, как говорится, да? Даже нам особо беды не сделают. 52, ну давай. У нас проценток-то побольше. Тяжелая победа. Казним. We have had friendship, but now you must find your own feast. How treat... А, ну и хер с ним, договор не нападение. Договор не нападения не разорвали. Тоже мне. Так, давайте прокачаем. Молодой. Горячий. Домочаться. Да, здесь многовато параметров, даже не знал. Вот и все. Сколько у вас там? Вы все коцаные. Давай добиваем тогда. 78-72. Господи, они еще держатся. Кое-как. Теперь больше не держатся. Топай в город тогда. Ты можешь войско тогда поднанять, дорогой. Ты наш. Не, не надо войск. Тебе надо войск. Так. Чтоб тебя прокачать бы, а? Слушай, а на обычном ходу ты можешь подплыть сюда, допустим. Ну и все. А второй счет штурма. Теперь у них еще минус одна территория у этих галлов. Ну, а то разрослись тут, понимаешь ли. У меня под боком. Прям. Так. Вот это мы сносим. Ставим вот так. Вот это тоже. Что-то нам не надо, по-моему. И что-нибудь с пищей надо думать. Нет, с пищей мы будем думать вот здесь, наверное. Блин, я не хочу здесь эту рыбу сделать. Чтоб помойки были. И так все не слава богу с ним. И ну почему пища вот так влияет на это все? Взглянем еще раз на карту.
Добротно так, добротно. Почти даже и до Испании дошли. Вы кто? Македонцы. Вы, может, даже станете и следующими. Хотя вы вроде как с нами дружите. С этими пацанами, может. Скордисты какие-то. Нет. Или уйдем сюда. Можно уйти сюда. Все, давайте тогда нашу армию туда там на восток подведем. Что здесь у тебя с общественным порядком? Все плохо? Тут он вроде как налаживается, да? Вот ты пойдешь. Че в этом городе? Плоховато, конечно, с общественным порядком. Что будет, если я уведу? Все плохо, да? Стой, восстанавливай тогда. Что у меня по этим вот племенам? Ну, все относительно вроде неплохо. Что-то даже восстанавливается. Пища 5. Да, реально запасы истекают наши. Вот. Ой, да зато пища будет. Все нормально. Я думаю, можно завершать ход, наверное, да, уже? В том-то и дело, что бабоса много, а вот как-то вот наладить все вот это производство там не можем. Чтобы и отходов не было у нас как каких-то там. Все, давайте. У кого там авторитет? Кто там у нас авторитетный стал? Ты? Ну, давай присвоим тебе что-нибудь. Будешь полководцем. И... Не знаю, давай вот это. Потом уже решим, что с тобой делать, да? Блин, тебя вообще надо было как бы в город засунуть мне. Там уже и нанимать. Ну, сейчас я, наверное, это и сделаю. Пацаны зеленые ходят. Наверное, у вас есть право прохода. Так бы мне это показалось, что там нарушитель границ у нас, да? Воодушевлено. Население встревожено. Ну, тут-то да. Население встревожено где? Ну, конечно, новые территории так-то. Так, с пищой у нас что? Блин, может реально сделать? Ой, хай будет. Господи. Наладится. Если что, здесь войско оставим и все. Давай нанимайся еще. Все, давай, гребите сюда.
Галы, кстати, там не расширяются, нет? Посмотреть. Нет. Маленький такой пятачок от них остался. И противники. Рим с нами дружит. А давайте мы с вами союз заключим. Let us talk and then enjoy good Roman wine when we have agreement. Давай, знаешь что? Торговый, нет, давай военный союз какой-нибудь. Право прохода? Нет, не хотят. Не хотят они. Но я им предлагал. Да, деньги уже просто тупо некуда девать. Посмотрим, что у нас сейчас с пищей будет. Здесь по минусам не уйдем. Пару территорий еще, может, отхапаем себе. Я просто уже не знаю, что делать мне с этой территорией. Чисто так добротно отхапали так себе. Вот. Пол Германии, пол Франции. Чисто так на серединке где-то. Там помер уже полководец, бывает. А давайте разрешим, блин, не того полководца. Не того полководца сделал. Подожди, а куда ты ходить хотел? А вообще, как бы войска нужно на восток стягивать. Хотя мы тоже, может, как-то подведем, нет? Не хочешь? Так, один ход еще исследования. Сельское хозяйство просто жизненно необходимо. Давайте уже улучшим вас. Давай, иди в город посиди. Откормись там, я не знаю. Наемников распусти. Найми нормальные войска. Спешить пока некуда. Не, я думаю, мечников нам хватит. Давай вот этих пацанов нанимаем. Я понял. I would walk to the other world for my tribe. Death in battle, there is no finer ending. Даже, наверное, так. Копаться можешь? Ready for battle. А копаться не можешь. On the move, lads. Лучше уже вот так. Come, fight for us, lads. Что вы можете предложить? А
А давайте, всеми силами. Куда можно без наемников обойтись? Ай, да ладно, хай побудут. Экономика наша не треснет от этого, я думаю. Так, тут вроде все налаживается. Тут тоже. Пища, пища. Пищи больше не становится. А по исследованиям? Да, это определенное нужно общинное хозяйство качнуть там. Вящее масло. Качал вот это. Военные технологии, которые нам пока не нужны. Нам армию содержать надо. Например, у тебя. Нафига ты тут? Тут такой красивый нужен, а? Давайте взглянем на карте. Что эти пацаны про нас думают? Greetings. Speak plainly and without idle purpose. Но они пока не расширяются, значит и особых проблем нам не составляют. Давайте вам... Greetings. Speak plainly and without idle purpose. Дадим денег немного. Sure thrust. Your offer is fair and honorable. Ну что, подуспокоился, зелененьким стал. Молодец. Хороший. Так, вот эти пацаны. Мы с вами воюем? Серьезно? You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Низкая. 6 штук предлагаю. Катитесь-ка вы куда подальше. Так, еще раз, кто это были? Арверны. Это такие желтые быки, да? Арверны, арверны. Вы там по нашей территории не шляетесь, арверны? Нигде нету. Я пока не вижу. Так, ну если бы они шлялись, они куда-нибудь уже пришли бы. Арверны эти. И скорее всего ближайший город это сюда, да? Ничего. Отведем. Конец хода. Осталось захватить Вольтеру. We will come for you in the night, and nothing will live, not one creature. Эта фракция объявила во войну. Царские скифы. Серьезно? Царские скифы на нас решили быкануть. Отчаянные парни. Ничего, я знал, я как раз войска на восток повел. Я вообще как бы не удивлен. Я, конечно, могу прекратить войну под шумок. Ой, да давай уже. Да ступай ты пока. Подожди, 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 подожди. Стой, 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 стой. Сюда. Окружай. Вы. Не знаю, подходить как-то сюда. Get moving. I don't care how tired.
that is impossible. Is there nothing else? We cannot do that. Ну давайте уже. Retreat! Is that all? Как-то все по-тупому получилось. Get moving, you wretches! Что-то не совсем у нас получилось. For the tribe! For Britain! Thirsty for battle! Я лучше так сделаю, перестрахуюсь, может. Удобрение. Вот так вот сделаем еще. Хрень я сделал тут, походу. Так, царский стиф. Мне еще с вами разбираться надо, да? Где вы там есть? Царский стиф, да? То есть вы уже здесь. Понял. Но они, походу, немного силы не рассчитали. Раз пошли на нас войной. Немного ошиблись, парни. Так, ты здесь лучше постой. Ну, а ты сюда выдвигайся. Здесь мы даже можем восстановить. Здесь такая передовая у нас немного будет. Давайте восстановим. Мне просто жалко надо смотреть. Ну таких нормальных пацанов наймем. Что у вас с армией? Сойдет пока. По голоду тоже особо не проседаем. Что не может не радовать. Все, давайте вот этих тогда подбреем немного. С городом уже хрен с ним. Убиваем пленных. Угу. Военные традиции. Так, что еще мы можем тут качнуть? Блин, ребят, вот подошли бы вы сюда поближе. Ой, это все нормально, короче. Царские стифы там еще пока не подойдут. В общем, разберемся и с ними, и с ними. Тут у нас войск так предостаточно. Ага, то есть уже эти подошли, да? С копьями и с мечами. Давай. Попробуем. Что нам терять, да?
Мечники-то порубают вот этих вот пацанов. А лучники завершат свое дело. Правда, лучше, может, как-то их вместе поставить, что ли. Разберемся. Им надо, пускай подходят. Тем более, у нас сейчас еще подкрепа подплывет. Что тоже как бы неплохо. Пока отрядов. Неприятель попытается обойти ваши укрепления или взять их штурмом. Ну вот я про этих вот говорю. Лучники отстреливают врагов на подходе, а войска ближнего боя добивают тех, кто добрался до площади. А, то есть здесь такая нормальная колхоз, задача, да? Задача врага – уничтожить защитников. Если ваши люди побегут, вы также проиграете битву. Маншорше генераль. Так. Будешь стоять тут? Как-то. Ой, да лучниками, господи. Да мы сейчас просто расстреляем тут все как. Господи, больно надо. Корабли. Плывите-ка вы, но нет, не сюда. А плывите-ка вы им в спины. Даже нет. Ну да, лучше в спины. Лучше плывите. So don't let them get in. Sons of the Oak. Можешь как-то побыстрее? Они там потащат свои эти хреновины. Забор нам тут разрушили уже. Стоп. Ворота не открывать. Стоп, я вообще-то еще и хотел по-другому поступить. Вас сюда. Что-то немного опасно. Вас сюда. Вон Шарше Генераль сюда. Так, лучники, лучники. Назад отступайте. Вы с ними, вы зажимаете этих пацанов, вот тоже вы помогаете с этими бороться, вы тоже. Так, где мой генерал? Генерал хай позади стоит, все. Нормально. Что с ним не произойдет? Ну чё, как? Оп. Кажется, эти пацаны подошли. Давайте резче, 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 оперативней.
этих. Вы бейте, наверное, вот этих гадов. Даже генерал вам поможет. Чё, высадились там уже? Малайцы. Наши ряды дрогнули. На нашего военачальника напали. Не, наш военачальник пускай сюда идет. Еще наши бегут бедный. С поля боя. Какой позор. Лучники. Кто тут такой поменьше? Послабше. Лучше вот этих удерживать, пацанов. Painted ones. Yes. As you say, break... Наши бегут с поля боя. Генерал, давай, какой давай, 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 уходи. Генерал, уходи, блин. Чё вот эти бегут, я надеюсь. Пускай бегут. Их войска тут тоже немного отступают уже. Лучники. Работайте. Как раз там пацаны подбегают уже. В тылы. Все будет окей. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да давайте их там уже бейте. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все, тянем время. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да. Levy Freeman! Не очень хорошо. Proud sons of Britain. Slingers! Уничтожен целый отряд. На время играем же. На время. Что, давайте рубашьте их там. А то еще вдогонку пойдут. Как это лучники наших копьеносцев? Побили. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Эти куда-то свалили. Генеральская ихняя армия. Вы еще на стены полезьте. Да вы
можете выстроиться как-то? Побыстрее выстроиться. Не можете? Что генерал делает? Генерал прячется ихний. Ну то типа пускай прячется. Я на него все-таки придется как первый раз прихватить, может, серию. Уничтожен целый отряд! Какие-то бомжей добили там. Нет, эти пацаны, я смотрю, не сдаются. А тем сложнее как-то воротам подойти, потому что их еще свыше обстреливают. Ой, да. Я не знаю, что это напоминает. Это вахханалию. Ну что, за этим можем понаблюдать. Что тут делает? Что-то наши лучники их не обстреливают. Непонятно. Их чисто вышка размотала и все. Что куда-то пытается подходить. Все, сбежали. Голожопый появлен. The best. Of the best. Че, может, генералы их не подтравить? Ну, блин, тут дофига как-то. Не хотят они, короче, воевать. Я, наверное, сейчас тогда сделаю небольшую. Ну что, таки продолжаем нашу запись. В общем, бой так и продолжался. Уже минута времени оставалось. Ну, мы в любом случае как бы победили их, получается. Мы отстояли город. Вот. Ихние войска так и не сдвинулись в нашем направлении. Стоят и стоят все ребята. Что там? 35 секунд осталось. 30 даже уж. Так что меня все устраивает, да. Положили мы их так знатно, но и они наших положили немало. Тяжелая победа. Завершить битву. Хай только еще попробуют свой нос сунуть сюда. Этих реально больше было. Хотя у нас преимущество, у нас стены. Я уже просто решил на них не лезть. Никому это не надо было. Хотя они вроде как... Вроде как намеревались. Почти у них получилось это, но... Но мне повезло. Так что давайте, уходите отсюда. На свои земли. Галлы, то есть, уже хотят мирный договор, да? Я вам предлагал, когда у вас еще были земли. Ага. Вот эти уже, значит, на нас двинулись, да? Ну чё, Будогдис мы еще тоже себе отожмем. Нам не тяжело. Можете даже свои войска сюда и не стягивать. Сейчас мы до Рима дойдем. Ну что, ребят, готовы? Теперь это наш город. Когда я вам предлагал отступить, вы не хотели. Теперь страдаете. Вы просто не умеете рассчитывать свои и чужие силы. Давайте нафиг-то сносим. Плюс 6. Это пища 7 здесь будет. Это мы хорошо так
взяли территорию. Самый крепкий. Ага, даже так, значит, да? Ничего, подводи сюда войска. Можем по дорожке еще взять и Рим. Нам не тяжело. Че бы тебе там дать? Давай вот это, неплохой навык. Так, где мы там город отстаивали? Вот он, наш родной. Че, уже войск здесь не осталось? Здесь и не было войск. Здесь такие отряды были. Местные ополченцы. Так, общественный порядок тут вроде не падает. Но с этими пацанами, которые наверху, надо разбираться. С нехорошими людьми этими. Вы. Те же они нас никак не обойдут. Вообще могут. Так что давай сюда веди свои войска. Ну ты такой, знаешь, чисто мощный. Что-то мне только не понравилось, как они туда пошли. Как они тут? Вот в этот город потопали, да? Может, наемников сделать себе? Да и не заморачиваться. Все? Топ? Не тянуть уже кота, сами знаете за что. Сколько у вас? Вот так вот, значит, да? Конница тоже в основном, как и у нас. Нет, давайте тогда пока отведем немного. Всех наемников мы тут взяли, собрали, каких могли. Этих тоже далеко не подведешь. Зато пища 10 будет. Ой, да нормально, тут общественный порядок на высоте. Что с вами делаем? Да, тут общественный порядок определенно надо. Ну и все. Здесь вообще самый порядочный город будет на земле. Взглянем на карту. Галы еще пока немного живы. Вот эти пацаны меня немного напрягают. Но пока у них есть союзники галы, то с ним мы ничего сделать не сможем. Вы что, пацаны? Чего у нас такие злые? Ой, да мы вас потом по очереди. Отвести, может, тогда один отряд отсюда какой-нибудь. Небольшой. Например, вас. Я думаю, эти справятся. Даже сюда подходи, чтобы ближе было. Этих можно будет быстренько так взять. Перегородить им тут все, весь проход. Хотя отступили.
А, это ж не наш город, точно. Так, ну тут наемников нет, тут обычно регулярная армия стоит у меня. Стифов мы потом вздрючим. Коррупцию мы здесь сеять пока не будем. А что у нас в Англии творится? Зато пища 9 плюс будет. Это мы отстроить не можем пока. Неужто у нас деньги закончились? Не может быть такого. Ладно, я думаю, на этом можно завершить серию. Ну а с вами был Зазепа. Если вам понравилась серия, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а я буду с вами прощаться. Всего хорошего, удачи и пока.